Привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Зашел в тепличку, вот решил поснимать гранат опять-таки. Не прекращает цвести, но почему-то не вяжется в этом году, не знаю. Возможно, чуть позже завяжется. Специально открыл теплицу, чтобы тут, во-первых, не было сильно жарко, а во-вторых, чтобы залетали мухи, пчелы. Все, что навязалось, мне казалось, что будут плоды. К сожалению, отпала. Но ничего страшного. Неприятность эту мы переживем. Вот хочу показать еще две прививки. Это Мартини Каримада. Вот такая. А это Сент-Пьер. Привита почкой. Сейчас я размотаю и покажу вам. Так, как видите, вот прививка сама вставлена между двумя разрезами коры. Немножко необычная прививка, но все прижилось. И вот на сегодняшний день имеем вот такой вот рост. Тут же я прививал прививкой прямо в центр ствола, разрез делал. Называют ее еще паразитарная прививка. И вот так вот сейчас позаживало тут. Все вроде прижилось тоже. И вот имеет вот такой рост. Вот такие вот два привитых саженчика. Я обычно делаю каким образом? После прививки, когда уже все тронулось в рост, засыпаю вот так землей. И вот с этого места будут образовываться корни. Причем они образуются спокойненько до осени. То есть можно посадить вот так смело, вот так посадить и постепенно перевести на свои корни прививку. А зачем же делать прививку? Ну, собственно, чтобы быстрее размножить и чтобы размножить в большем количестве, чтобы 100% размножить. Есть сорта, которые размножаются довольно тяжело. В общем, получилось вот такое видео. Гранат продолжает цвести, завязываются. Вот этот сорт, который мне в прошлом году очень радовал, был высажен в грунт парника или теплички, называйте как хотите, вместо сорта зелено-желтый. И вот на нем уже куча плодов. Как бы для такого саженчика это просто превосходно. Тут я делаю своему другу воздушную отводку. Посмотрим. Думаю, до осени там будет много корней. Немножко жимолости поставил на размножение. Вот листья, конечно, посохли. Но я думаю, ничего страшного. Сами черенки живы. Другие выглядят получше. Посмотрим. Я уже делал так, размножал жимолость. Вот. Довольно неплохо размножается. Поглядим, что оно будет. Также поставил немножко граната размножать. Нарезал черенки, тоже будет видно, сколько укоренится. А это крымский черный, он уже пустил такой корень. И вот крымский черный в таком пакетике. Вот тоже крымский черный с корнями. Вот.
Вот такой саженец есть. Так что, если хотите, можете у меня его заказать. Вот, продаю. Также есть браун турки. Один штук. Ну и перейдем сюда. На канадре все еще висит плод. Все еще не созрел. И появились плоды второй генерации. Короче, посмотрим, как оно будет. Удрание. Вот. Немножко привел крымский черный, который в грунте. Возможно, требует полива. А может, ему просто сильно жарко. Ну вот, как бы сегодня как-то так. Ну а на этом все. До скорых встреч. Пока.